Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы пытались пройти дальше, но в итоге встретили темного фантома и где-то, наверное, минут 15 танцевали друг вокруг друга. Могу сказать, что это было не очень забавно, но, по крайней мере, во время битвы с ним я понял несколько очень важных вещей в бою, как нужно себя вести. Поэтому как бы бои пошли более динамично. У меня прибавилось понтов по поводу того, как я дерусь. И как видите, это сразу стало сказываться. Меня стали убивать. Да что ж ты? Валим. Фу, я думаю, в этот раз у нас все получится хорошо. В прошлый раз я просто под конец серии уже поторопился, потому что очень много времени потерял на этом темном фантоме. Сейчас будем маленько поосторожны, но при этом навыки у нас те бешеные, которые мы получили, сохранились, так что все в порядке. Тут нас ждет засада. Сейчас мы заходим. И выходим. Выбегает два человека. Да блин. И трое еще, по-моему, наверху. Давай. Нужно быть осторожным. Что-то я, блин, загоняться уже начинаю тут. Так, еще один тут. Давай, поднимайся. Не готов. Теперь готов. Катана хороша. Не буду этого отрицать. Пока что лучшее оружие в игре. Да твою-то мать! Совсем что ли с ума сошел? Ты же убьешь меня сейчас. Обычный слабый противник. Фу. Надо, блин, брать себя в руки. Что-то с прошлой серии у меня натурально осадочек остался. Так, тут у нас рыцарь там и один копейщик тут. Давай. Да, блин. Да твою мать! Что-то то ли они позлели, то ли со мной что-то. Хорошо. Но, по крайней мере, попробуй ломать щит. То есть, вот так делать. Только у меня не получается во время боя так. Это нужно идеально точно нажать одновременно две кнопки. А аналог идеально точно нажать очень сложно. Вот все-таки аналог, а не цифровая кнопка. Так, давайте выбегать. Там, похоже, только копейщик меня заметил. Давай, иди сюда. Блин, да иди ты сюда. Ну что ж ты какое? Давай, детка. Давай. Твою мать. Я сейчас туда выйду просто, и сагрится тот здоровенный ясь. И это станет уже не смешно. Есть контакт. Чуть-чуть укусил. Смотри, живой еще. Так, этот готов. Теперь берем катану и беремся за рыцаря. С рыцарем тоже, в принципе, не так сложно, но нужно приучаться. У него очень мощные атаки, но они очень медленные. То есть надо дать ему их сделать. После этого можно его атаковать безбоязненно где-то в течение 2 секунд.
такая небольшая тактика. Так, тут мы погибли в прошлый раз. Берем свои души. Погибли по-глупому, чисто из-за того, что расслабились. Думали, после фантома все остальное покажется очень легким. Забыли, какая это игра. Да хватит пить! Оп! Хорошо. Там вы, я думаю, увидели, да? Что нас ждет. В принципе, давайте я вам покажу еще раз. Убежать-то я от нее смогу. Так, ну-ка. Что-то Bloodstain не жмется. Вон он. Здоровенный. Настоящий монстр. Ладно, нафиг, бежим. Тут он нас, я думаю, не догонит. О-о-о. Опять мои понты меня угробят. О, бонфайр. Все нафиг, иди обратно домой. Фу. Фу. Я ж подумал, мне кранты. Так, у нас хватит на левел ап? Нет, чуть-чуть не хватает. А, где-то внизу я слышу кузнеца. А, опасайся кузнеца, написано. Чего опасаться-то? Ну, здоровый, конечно. Praise the sun. Стандартное приветствие. Опасайся гиганта. Так, давайте посмотрим. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Так, модифицировать оборудование, улучшить оборудование, улучшить броню, починить оборудование, починим учигатану, копье и рыцарский щит. Да все починим. А, специальный камень нужен. Так, ну-ка, учигатана плюс один. А, требуется титанитовый осколок титановый, который у нас один, да? Или у нас их шесть, а требуется один. Да, у нас их шесть. А, ну давайте улучшим ее. В результате она станет чуть-чуть сильнее. Это уже хорошо. Так, давайте сделаем из нее плюс 2. Это уже будет 108 урона. Хорошо. Блин, мы плюс 3 можем сделать. А больше ничего мы не можем сделать. Щит можно улучшить. Но мне пока щита и такого хватает. Так, подожди. Может мне копье улучшить? Я копьем тоже немало пользуюсь. Каким именно я пользуюсь, я, конечно, не знаю. Ну, допустим, вот этим. На пару. Так, а теперь смотрим. У нас осталось два титанитовых осколка, титановых. Либо мы усилим учигатану на плюс один еще, либо копье. Я думаю, лучше учигатану мы усилим. Хорошо. Дальше нам нужно еще два титановых осколка, тогда будет плюс 4. Ну и в принципе прекрасно, по-моему. Подожди, что у тебя там еще есть? Well, что тут еще есть? Починить, купить вещи. Что ты продаешь? Титановые, кстати говоря. Он продает, это хорошо, то есть не придется их искать.
Вот эти штуки можно купить, чтобы самому это все улучшать. Тогда он нам больше не понадобится. Тут разные мечи, коса, кастет, пика. Ну, меня, в принципе, мое все пока устраивает. Так, ладно. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. Это что, у него за тесак такой у призрака? Видите, да? So pay them a little respect, hey? Так, ладно, уходим. Что пишут? Опасайся гиганта. Я надеюсь, вы пишете о нем, потому что он, по идее, под описание подходит. Так, ладно. Ладно, хорошо. У нас еще осталось наверху там незаконченное дело. Сюда мы пойдем потом. Сюда мы пойдем потом. Тут у нас что, кстати говоря? Красивая роща. По крайней мере, могу сказать это. Врагов пока не видать, слава богу. Что-то все закрыто. Видимо, тут попозже откроется. Сюда пока нельзя. Ой. Ты кто? Forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. У всех в этой игре дебильный смех. И все они, у них, видимо, такая вежливость, завершают диалог именно дебильным смехом. Ну-ка, еще есть что сказать? Still closed. Still closed. Понятно. Он ждет, когда ворота откроются. Блин, красивая игра. Красивая. А сейчас мы идем к бонфайру. Хотя зачем нам к нему идти? А, чтобы Эстус фласки взять. Так, нам, по идее, сейчас нужно... Сколько там времени-то? Так, ну минут 10 еще у нас на эту серию есть. Так что... Я думаю, мы воспользуемся еще одной человечностью. И зажжем данный костер. Хорошо. Становимся человеком. Конечно, опять сейчас темные призраки полезут. Но что ж поделаешь. Так, и камбл сделаем. Отлично. Так, ну и теперь нам нужно эту человечность убрать с быстрых слотов. Потому что как бы нам ее не просрать. Очень редкие вещи. Так, ладно, у нас 10 эсус-фласков. У нас прокачанный меч, очень хороший. Надо будет еще, конечно, прокачать потом щит и броню. Хотя, может, мы найдем получше. Но, по крайней мере, самое главное, оружие у нас уже в неплохом состоянии. Сейчас мы постараемся побить того гиганта. Я, честно говоря, сомневаюсь, что мы сможем это сделать. Но попытка не пытка, как говорится. Чё звенит? А!
Ладно, хорошо. Давайте попробуем опять призвать фантомов. Может быть, они мне и помогут. Только что-то они не призываются в последней серии. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Давайте постоим, подождем. Может, надо постоять, подождать именно. Так, то, что ворота закрываются, все проходы, это, как правило, свидетельствует о том, что темный фантом сюда пришел. Только не надо, пожалуйста, по новой тем. Вот, молодец. Ой, молодчина. Так, пальто еще позовем. Пальто или пальто. Девочка, ты не очень легко одета. Все, пошли бить этого засранца. А где он? Куда он делся? Find Keeper Soul. Так, пальто тоже пришло. Пусть бегают. Хорошо. Сегодня мне везет на это. Так, пусть чистят мне локации. Пусть чистят. Я за ними побегаю, я неопытный, они наверняка уже знают, что тут да как. Души, конечно, наверняка пойдут не мне. Души идут мне. Хорошо. Блин, вот именно из-за этих необычных деталей игра и настолько великолепна. Это что за херота там? Так, давайте-ка вы, ребята, сами разбирайтесь. Там какой-то страшный большой черт. Бесплатная рабсила. Один из них, я смотрю, маг, швыряется спеллами какими-то. Ладно, я успею еще подраться. А вы, ребята, давайте, давайте. Вам флаг в руки. В натуре он, похоже, какой-то сильный, потому что он Акио, похоже, уже все убил. Или нет? Они убили. Ладно. Что я тут делаю вообще? Я очень рад, что мы его убили вместе, друзья. Я вам очень благодарен. Аки куда-то побежал, давайте за ней. Акила какого-то вырубили. А, это, собственно, нашего... Да-да-да, эту девушку убили. Фу, так, ну что ж, силен, силен. Куда-то идем, я, честно говоря, не знаю куда, но куда-то идем. Как тут темно. Ой, темный призрак пришел. Хьюменити спереди. Хорошо. Что-то мне не вызываешь доверия. Тихо, что там творится? Вы видели там, да, в углу? Нашего дружбана убили. Пальто убит. И я остался в одиночку против этой... Это, по-моему, опять тот темный фантом, с которым мы дрались в предыдущей серии. Очень тягомотный, очень тупой. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Так.
Какой-то ты, блин, страшный. Он просит его выпустить. Хотя наверняка... Ой-ой-ой, идет. Опять эта тварь, по-любому. Блин, а у меня там... звонит дверь, а тут нет паузы, и тут фантом! Ну убей уже меня! Как все не вовремя? Давай. Чуть-чуть. Уф, так, ладно. У меня просто уже не было выбора, либо спасать... Ой, блин, спасать, говорю. Либо погибать от рук этого фантома, либо не открывать дверь близкому мне человеку. Так что пришлось уж погибнуть. Ну да, это был тот самый фантом, с которым мы дрались в предыдущей серии. Надо сказать, что это все печально. Я думаю, сейчас мы попробуем сбегать за нашими душами. И, в принципе, на этом пора завершать уже, наверное, эту серию. Я не буду, пожалуй, брать больше никакую человечность. Тупо попробуем забрать то, что принадлежит нам. В принципе, не так далеко вперед. Ну, вообще, эти фантомы помогли, да, которых я призывал. Они помогли мне убить какого-то мини-босса, похоже. Самое главное сейчас не сдохнуть во второй раз. Иначе я все те души, которые у меня там были, 3000, по-моему, потеряю. Так, получи, распишись. Я так и не понял, честно говоря, куда там делся этот огромный рыцарь, от которого я убегал. И если он сейчас появится, это будет, по-моему, обидно. Ну, вроде бы его нет. Ладно, давайте идти тем путем, которым мы, собственно, и шли. Тут наверху, по-моему... А, блин, хотел сказать, ничего опасного. Очень даже. Хотя наша катана заточенная, конечно, рвет просто в клочья. Но, по идее, все равно надо быть осторожным. Так, вы все еще тут, что ли? Ну, вас-то я не скажу, что очень сильно боюсь. Скажу больше, я вас совсем не боюсь. Далеко не мой уровень. Так, хорошо. А где именно тут мы... дрались. По-моему, мы вон туда побежали. Тихо. Да, точно, тут рыцарь. Он убил нашего Аки, это Такила, что ли? Кто там был? Сейчас у нас восстановится маленькая выносливость. О, хорошо. Давай. Тихо. Опасно. Да что ж ты какое? Блин, я не люблю, когда они вот так вот в такую стойку становятся. Это ничего хорошего не предвещает. Я не могу рисковать. Не нервируй меня. О! Да твою-то мать, а. Бежим! Так, да, ах ты скотина. А что у нас там? Блин, мне по идее не надо никуда ходить, мне просто надо забрать свои души. Но, блин, я рад, что я сюда пошел. Большая душа безымянного солдата, отлично. Так, там, по-моему, больше врагов не будет. То есть мы можем сейчас беспрепятственно вернуться туда, куда нам нужно. И
Иллюзорная стена спереди. Но это вы про это говорите, что ли? Так-то я знаю. Так, я не уверен, что выпускать того парнягу, который там находится, это очень хорошая затея. Какой-то он монструозный. Я лучше узнаю потом в интернете, стоит ли его выпускать, потому что последний раз, когда я выпустил такого парнягу, это было в Demon's Souls, там на одной карте я выпустил не очень хорошего с виду человека. И в итоге... Там как вообще организован... Бляха, это что такое? Там как вообще организована игра? То есть, есть хаб такой, называется, как он там называется-то? Ну, короче говоря, именно оттуда ты выходишь во все миры, и после прохождения каждого мира ты возвращаешься туда, тратишь там все очки, вот эти вот души, то же самое. И именно в этом вот хабе находятся NPC, которые продают тебе вещи, которые дают там новые, там небольшие квесты какие-нибудь. И вот этот вот человек, которого я освободил, он просто пришел туда и начал убивать этих NPC. Убил всех NPC, которые продавали что-то, которые покупали что-то, которые чинили. И все, я ничего в игре не мог сделать. То есть пришлось начинать по новой. То есть эти игры не прощают ошибок, поэтому я, честно говоря, не решусь пока его выпускать. Но тем не менее мы добились успеха, мы вернулись, собственно, туда, куда и хотели. Это, по-моему, прекрасно. Вместе со всеми жизнями. Сейчас, на данный момент, я думаю, мне нужно... Чё мне нужно-то? Давайте качнем, может быть, эндуранс. Так вот. Хорошо. И, в принципе, я думаю, завершим на этом. Серия получилась, я думаю, продолжительная. Богатая на события. Эти, блин, темные фантомы меня уже, честно говоря, задолбали. В остальном же пока все идет без особых проблем. То есть сложно, конечно, но далеко не так, как я представлял. Так что, вполне возможно, это будет и не такое жопораздирающее прохождение, как я думал. Но как бы там ни было, на этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.